Друзья мои, приветствую на канале. Сегодня у нас Huawei Nova 3. И с проблемой FRP надо пройти Google аккаунт блокировку. Для этого скачиваем, ниже в описании будет прошивка. Его закидываем на рабочий стол, разархивируем. Вот я уже разархивировал. И нам понадобится microSD флешка. Мы минимум на 8. Так, разархивируем файл, заходим сюда внутрь, еще раз кликаем, дальше вот папка DLoad, ее закидываем на SD карту. Предварительно, естественно, ее мы форматируем, чтобы там все было чисто. Это же самое можно сделать на USB флешку. Закину вот эту папку DLoad из архива, ее через OTG переходник OTG Type-C подключить к нашему смартфону и нажать три кнопки, и у нас перепрощется она на более старую прошивку, и там можно уже будет пройти FRP аккаунт. То есть пройти блокировку Google. Мы все это сейчас проделаем через SD карту, что я вам продемонстрирую далее. Сейчас у нас архив закончится. То есть закончится копирование, и я вам покажу дальше. Друзья мои, у нас все перекинулось на SD карту. Мы ее помещаем на лоток. И устанавливаем телефон. Он у нас выключен, как вы видите. И нажимаем сразу же три кнопки. Держим до запуска процесса прошивки. Если у нас SD карта нормальная и прошивка подходит, у нас должно пойти перепрошивка, распаковка и перепрошивка. Если SD карта не подходит, то есть скорость у нее слабая или что-то такое, либо файлы прошивки не подходят, то у нас ошибка в виде. Верификация не пройдет. В этом случае можно попробовать через USB, либо посмотреть корректность прошивки, либо поменять SD карту на другую, желательно на 10 класс и чуть подороже.
Ослабим COVID-19 вместе. Проведите вакцинацию. Бесплатно. Доступно. Запишитесь на прививку по телефону 122 или на сайте своей больницы. Имеете спорту показания. Необходима консультация специалиста. Вот, друзья мои, прошивка пошла, после прошивки продолжим. Друзья, телефон прошился, теперь заходим в рекавери снова. Кнопки громкость вверх и питание держим до появления названия Huawei бренда. Далее отпускаем питание и держим кнопку громкость вверх до захода в меню recovery. Так, теперь делаем vape factory reset, пишем yes, vape, ожидаем немножко. Далее заходим в безопасный режим, вот Safe Mode, и у нас телефон загрузится в безопасном режиме. Это займет некоторое время. Как видим, друзья, у нас успех.
тут заходим просто в настройки, находим вкладку сброс. Так. Сейчас. Сброс. И делаем просто сброс настроек. Просто перезагружаем телефон. И вуаля, друзья, наш зверек свободен. Кому я помог, подпишитесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить новые интересные видео. И у нас получается версия Android 9.1. Можно обновиться на новый. Это был у нас Huawei Nova 3. До новых встреч.